Хей, гайз, с вами Шимики, и нас уже заждался Crash Bandicoot. Это у нас вторая часть, ну что, давайте, у нас тут портальчики всякие. Медвежонок какой-то грустный. Поехали, Snow Beast. Что происходит? I see that Ripper Roo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered, 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them, and this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Crash, is that you? I've been looking everywhere. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise, Crash. Короче, доктор Нео говорит, что все окей, ты молодец. О, я могу теперь за нее играть. А ну. Yes. Окей. Теперь она будет вместе с нами. И это говорит типа, Крэш, это ты. Короче, будь осторожен, все такое, потому что она чувствует, что он нам бздит. И хочет типа надурить. Но убийство нас ждет. И нас ожидают теперь ледяные, типа, островочки. Потому что все в снегу. Хотя, типа, вначале это типа было не в снегу. Почему у нас. А, типа разные миры. Хотя там было два уровня в джунглях. Рано. Да уж. Лёду. Я чувствую, что здесь у меня будет. Ну, не гореть. Ну, контишек я буду терять много. О, минус всем. Готово? Але, нет. Мне про. Подкат. У него лицо, алло, открыто. Вы чего? Я делал самый умный вариант. Ударить его ногой. Потому что в шипы я навряд ли, да, смогу ударить. Это логично, как бы. А, круто, я даже не допрыгнул. Большие щели. Вот вода. Да, подкат нужно делать. Что за хуйня? Вы мне предлагаете там пройти в подкате? Просто я уже второй раз упал. А давайте я попробую в подкате. Нет. А как тогда? Ребят, что-то тут пошло у нас не по плану. Лед, ладно, с подкатом. А тут я как бы не допрыгиваю. Он допрыгнул. О, защита сработала. Ух. Ясненько. Теперь мы можем просто скользить вот так по льду. Ну почему бы нет? Ну падает. А, это зубы. Континуум. Ну, это, извините, было ожидаемо. А вот это было глупо с моей стороны уже.
Обманки, обманки. Везде наёбывают. Окей. Не, чувствую, новая механика меня погубит. Очень быстро погубит меня новая механика эта. Хотя я мог вперед так просто быстро сделать. Ладно, пойдемте за кантишками. Все-таки после того кантишки я понял, что теперь важно. Считай то, что у меня их теперь очень мало. Понятно. Ни одной котишки. Чё? Я так выше подпрыгиваю? О, да. Точно, игру что-то сделали не так. Минус. Я просто попробовал, ребят. Я думал, что он долетит. Далеко. Знаете, есть плюсы все-таки теперь, а есть минусы, короче, у бандикута, блядь, крэша. Из-за новых вот этих механик, скользящие по хер знает чем. О, кантишка. Сколько яблок! Минус все. Да уж. Ну, зато плюс континиум. Теперь у меня их 11. Плюс еще одно континиум. А, хорошо, что тут вниз нужно падать. Нет, если сравнить первую часть и вторую, то нам меньше дают контишек. Это аж сильно виднеется. Так, кристалл. Давайте, сраные пингвины, катитесь к черту. Думал, я его не замечу. Окей. А, я вот думаю, если, допустим, 120. Да, хорошо, что уже не показывают, как на меня. Вот это да, блядь, начинает повторяться. То, что убрали падение коробок, да, это плюс. Минус, новая механика насчет вот это скольжений, потому что это значит, будем юзать его постоянно везде, где не нужно. Особенно на льду вот это, где мне все равно, как ты замедляешься, но я буду тебя все равно толкать вперед. Где нужны постоянно вот эти подкатики, чтобы как-то выжить. И то вариант, то, что ты выживешь, минимальный. Так, Air Crash. Все ледяное, ледяное царство. Может, серьезно делать, типа, одну серию, типа, вот эти все порталы? А если будут, как, допустим, у нас, помните, была серия с замком? 11-15 минут. Нет. Это просто был пиздец. Большие уровни. Я не думаю, что хватит на одну серию. Придется их делить целых на два. Ладно, эти платформы не падают. Яблочки, яблочки, яблочки.
пробежали, успели. Поехали. Да, времени уже больше нету. Тогда интересно, что это было за херь со временем у меня. Ладно. Ох. Сука. Пучка. Просто пучками. Решил утонуть и меня подвел. Главное то, что он быстро вот это поднимается. Вот, меня тоже немного бесит. Теперь бонусные уровни. Уровни обязательные. А теперь я понял, как эти ломать. Прикольно. Ой, что-то там они замудрили новой механикой сломанием вот этих новых блоков. Как замудрили. Знаете что, давайте, короче, сделаю вот как. Попытаюсь от вот этой сразу перепрыгнуть на следующую. Потому что я экономлю свое время, экономлю так ваше время. Если же не получается, значит... Это не в счет. Это не в счет. Так, поехали. Так, как я и думал. На яблоке нам насрать, мы просто идем к выходу. Одна контишка все-таки теперь будет на каждом бонус уровне. Такое, ребята. Не очень круто. Хотя можно, и знаете, кристаллы на видном месте постоянно лежат. Если просто не брать в счет тут раз. Посрать. Эй! Что за фигня? А как мне туда попасть? Ладно, никак. Проскочил. Просто проскочил, как зверь. Пипец. Сколько там этих коробок? По 120. В каждом третьем уровне. Это много. Блин, знаете, если брать по интересности, то... Да, ладно, здесь плюс, типа, мы путешествуем по порталам и все такое, но здесь нету цепи событий, как было в первой части. Типа... Вот мы пришли на фабрику, мы играем теперь только по фабрике, а здесь мы просто туда-сюда ёрзаемся, непонятно. Bear it. Медведь it. Мне не нравится, ребят. Мне не нравится этот что-то уровень. Из-за того, что там Мишка такой хорошенький сидел. Либо его защищать нужно, либо, блядь, от чего-то убегать. Как обычно.
А не. А да. Или не. Ладно, у нас есть спиды. Ага, одно врезание. Мы минусуемся. Ну, теперь у нас есть новый дружок. Но он хотя бы без задержек прыгает. Там континиум. Континиум был. А кристалл обязательно взять. Чё? Какого хер там бомбы начали взрывать? О! Понтишка. Которую я тогда не смог забрать. А, кристаллы у нас остаются. Это хорошо. Пытайся угадать, блядь. В какую сторону прыгать. Ну ладно, в принципе, можно приугадать. Но не всегда. Ё-моё! И как тут проехать? Что это за фигня? Просто минное поле. Хэштег минное поле. Я не понимаю, ребят. Честно, вот. Ладно, здесь. Как мне тут пролететь, вопрос? С ускорением? Ну, это вариант. Да не, он даже с ускорением, блядь, нихуя не делает. Я просто не долетаю. Ух, чувствую, я сгорю на таких уровнях. Не, у, я не понимаю я. Он даже не замедляется, если в стороны ехать. Ладно, просто раньше нужно было прыгать. Пиздец. Знаете, нужно типа заранее прыгать, типа я догадываюсь, когда нужно прыгать, а когда нет. Подай, блядь, момент прыжка. Ну, не, я, конечно, нажму на эту кнопку. Что произошло? Непонятно. А, мы еще ускоряемся в прыжке при подкате. Да уж, потерять столько контишек на каком-то ране. Минус. Новые бомбы. Докоснулся, взорвался. Тяжело перепрыгиваемые объекты. Ну, это такое же, знаете, особенно вот так, где моментик было... Я не мог перепрыгнуть. Из-за того, что нужно, оказывается, было раньше прыгать. Ладно, идемте дальше. Крэш Круз. Круш. Еще осталось два уровня обычных и... босс. Не, будем, короче, да, все-таки делать до босса, до конца. Плевать, места не хватит. Плевать. Переиграем уровень, если вдруг что. Опять сбоку. В чем дело? Опять из камешка вбежать. Не, ну это уже не интересно, вы уже повторяетесь. Я, блядь, недавно только кое-что от чего бегал.
континуум. Оу, такое меня убивает моментально. Прикольно. У меня такое чувство, что мне нужно туда пойти. Не знаю почему, но у меня такое чувство. То бонус уровень. Непонятно. Наступим. А, теперь все ясно. Нифига. Тут хотя бы нам... О, не, я думал, контишку дали. Раньше нам тут хотя бы контишки давали. Теперь нам нихера не дают. Типа, выживай как можешь сам. Теперь ты должен на свою реакцию, типа, играть. Бомбы, блядь. Мины-ловушки шипасты. Ед всего сам. Можешь упасть, мы не виноваты. Бля, тут она замедляет жестко. Вот это, конечно, что молния может... Сука. Ладно, мины не убивает, хорошо. Плюс. Они замедляют. Ну это ладно, не так важно. Решетка. Можешь и попасть, можешь и не попасть. Но здесь есть ускоряшки. Хорошо, теперь у нас есть возможность успеть. Идем в бонус. Мне больше некуда идти. Музыка еще такая. Это нужно, это ожидаемо, если честно, что мне нужно было сейчас сделать. Новой механикой. Да, видно сразу, что я дальше прыгаю. О, да уж. Новая механика с высоким прыжком. Три контишки? Ноль контишек! Круто! Зато за счет яблок получил... А, не, есть одну контишку. Все-таки одна контишка есть. Одна конти есть. Просто за счет яблок. Не, вот эти все-таки меня херовинки на правильный путь ведут, зелененькие. Вот здесь я чуть не упал. Ты чувствуешь, когда тебя может убить все что угодно? Ладно, посрать. Ай, минус яблоки. Да уж. Такие себе уровни. Больше добавили беготни. Катание на ком-то, либо беготни на чем-то. Или по чем-то. Или от кого-то. Хорошо, что здесь нету гонок за кем-то. Мне кажется, это еще немного усложняло наш процесс игры. Минус. Чё ты не заходишь? The L Bell. Ил. А, Ил. Ил — это река, которая находится в Египте. Ух, давайте сейчас буду сейчас по водичке плавать, да? А не, нормально решили. Падаю в воду, умираю, да? А нет.
Так, тайминги. Моющие средства. Мыши, на которые нужно прыгать сверху. Ладно, просто сломаю коробку. А, она за мной бегает. Она бежит именно в ту сторону, куда я бегу. Хорошо. Эти ведут меня сюда. Пойдем. Что у нас в этой стороне? Я понял. Лучше туда не идти. Роботы атакуют. Короче, лучше так открою. До свидания. Мышь. Коробки. О, континуум. Континуум. Покинем, это хорошо. Давай. Мясо, мясо, коробку. Ладно, бонус. Ну, яблоко. Пикой дают хотя бы. На контишку дают. Почти что. Ой, я думал, не успел. Что здесь? Что-то там слишком сложно. Здесь кристалл, здесь полегче. Ну блин, ну что, если... Что? А, круто. Чё, отправляемся? Ладно, здесь не так опасно. Как я думал на первый миг. Ух. Эх. Отличненько. Не, все-таки яблоки полные не попадают, если так упасть. О, новая механика. Теперь мы можем цепляться. На самом деле что-то новенькое. Хорошо, это чтобы нас что-то, что-нибудь не зацепило. Они двигаются по своей траектории. Тихо. Значит, я должен по таймингам пытаться успевать. Нужно на жизнь собирать. Хорошо, от решетки я не падаю. Если не там держусь. И нахер ты там стоишь? Ну бить я их точно не могу. Они смотрят на меня, но я их бить не могу. Потому что они по уши все в шипах. Кристалл. Два кристалла теперь. Угу. Что-то новенькое. Сейчас госик будет. Два кристалла как раз принес им. Беленький и тот, что нужно. Не, вот это прикольно, еще новая механика, типа ползать. Вот это типа поднимать ноги от кого-то, от чего-то будем. Это просто. А. Главное не забывать про механику скольжения. Отлично.
Да-да, ты баскетболист. 10 of 25 crystals. You're on your way. I'm running low on power, so communication from this point will be difficult. Remember, I'm counting on you. Запомни, я слежу за тобой. Что за телепорт? Что за телепорт? А, не, no. Поехали. Комодо Бразерс. Комодо — это дракон. Ну, типа вот эти, знаете, ящерки-драконы. Бразер. Братья. Комодо братья. Ящерицы братья. Ага. Бегать по кругу от них? Ну хорошо. Допустим, вот здесь. Вот этой механикой вообще ничего сложного. Вообще нету проблем, вот серьезно. У меня есть подкат, я могу. Да что он у меня хочет наебать, типа? И мне ничего не даст. А не изи, на самом деле. Вот он его опять раскручивает. Может, типа я не могу. А-а-а. И что ты думаешь? И все. Они изи? Самые легкие боссы. Не, подожди, если я хотел сказать из серии. Ну, если брать из самых легких из серии, то это будет, наверное, Попу-пупа. И с первой части самый первый босс, с которым просто одна атака, он бьет молотом и кружится, и все. А здесь... Тоже та же механика, только здесь нужно на выдержке просто бегать и все. Если бы он сразу же и метал, я думал, что это будет поприкольней. Босс. Кенгуру, блядь, был сложнее, чем вот эти. Он еще живой? Итак. Ты помогаешь доктору Кертику собирать кристаллы? Очень интересно. Ну, Крэш. Кортекс. Типа он остановит нас. Focus a laser! Ah, yes, a laser beam that will destroy Cortex and the space station he has created. Until then, I must use my forces to stop you from gathering crystals. Ну, короче, он, кажется, вообще обезумел. Что, поднимемся на этаж или закончим на этом? А, ребята? А, давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.